Привет, друзья! Я сейчас нахожусь в чудесном месте, в Валенсии. Вот недавно только сюда приехали, накупались, наплавались сегодня, так здорово. А сейчас открываю глаза и вижу перед собой чудо. Немного напоминает Сингапур. Тоже какие-то космические такие геометрические фигуры. Лазурная, такая зеркальная гладь воды. И посмотрите, как безумно красиво все вокруг. Фигуры, они меняют цвета. Гордость человеческая, да? Это безумие просто. Как это, когда видишь всю красоту, какая-то гордость за человека, что вот такое может сделать, да? По образу подобия Создателя, наверное, поэтому. Ну и так, сейчас гуляем по Валенсии.